Салам алейкум, кардаш. Азер Ишык восстановила электрические сети, в том числе уличного освещения, и зданий госорганов в Кельбаджаре, передает Дай Ас со ссылкой на тренд. По его данным, ведутся масштабные работы по обеспечению бесперебойного электроснабжения Кельбаджара. В Дашкесане строится одноименная подстанция, которая будет питать линии электропередач напряжением 110 кВ до Кельбаджара. Также продолжается установка опор для линии электропередачи напряжением 110 кВ от подстанции Генджа-2 до подстанции Дашкесан. Эта линия электропередачи может войти в историю как линия электропередачи высокого напряжения, проходящая по территории с самым сложным рельефом в Азербайджане. В горной местности, по которой проходит линия электропередачи, вначале была построена дорога для передвижения техники. Работы продолжались круглосуточно. Основная задача – обеспечить бесперебойное электроснабжение Кельбаджарского района и высокогорных сел Дашкесана. Новопостроенная подстанция Ахмедли напряжением 110 кВ будет питать электроэнергией линии электропередачи Загалы напряжением 35 кВ, которая обеспечит бесперебойное электроснабжение до 30 высокогорных сел Дашкесанского района. Баджарана Джангурбан. Соответствующие работы близятся к завершению.